Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Сети банков в стране будут сокращаться, так считает начальник отдела по работе на фондовых рынках Вятка-банка Михаил Котлов. Он прокомментировал информацию РБК о том, что ряд крупных российских банков закрывает некоторые офисы и переводит услуги в онлайн. По мнению Котлова, так банки ищут пути борьбы с последствиями кризиса. Все банки столкнулись с тем, что они не могут наращивать свой кредитный портфель. Из-за того, что экономика, фактически стагнирует, качество заемщиков снизилось, маржа банковская сужается. Естественно, банки в этих условиях пытаются оптимизировать постоянные расходы. Это административные расходы на содержание офисов, на зарплаты и так далее. То есть они в первую очередь пересматривают свою сеть. По мнению Котлова, отделения банков, которые несут на себе социальную нагрузку, например, работают в удаленных населенных пунктах, сохранятся, даже будучи нерентабельными. Программа «Экономика». В регионе снижается регистрируемая безработица. За первые три месяца этого года она сократилась на 1%. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 7,5%, отмечают в службе занятости. По ее данным, с начала года в Кировской области трудоустроено около 5000 человек, или почти каждый четвертый, обратившийся за поиском работы. Число вакансий, заявленных в службу, выросло на 28%. По уровню безработицы регион находится на 12-м месте в Приволжском федеральном округе. «Экономика» на 101 FM. Промпроизводство выросло на 3,5%. Это данные Кировстата за первый квартал этого года. По сравнению с мартом 2016 рост составил 1%, а по сравнению с февралем этого года – более 7,5%. В правительстве это связывают с работой по оздоровлению и перезапуску промышленных предприятий. Так, в Кирово-Чепецке открыто производство древесно-стружечных плит на базе компании «Вятка-Плитпром», где до этого проводилась процедура банкротства. Возобновил работу Кировский машзавод 1 мая. «Экономика». В завершении в валютах: доллар сегодня 55 рублей 98 копеек, евро 59.61. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.